Один из жителей Октябрьского округа сообщил, что в машине рядом с Краеведческим музеем, возможно, заложено взрывное устройство. Черный пакет, обмотанный скотчем, приняли за бомбу. В полдень в полицию поступил сигнал, что под припаркованной за Краеведческим музеем машиной обнаружен сверток, похожий на самодельное взрывное устройство. К месту происшествия стянули отряды полиции, местность оцепили, всех сотрудников музея спецслужбам пришлось эвакуировать. Специальный отряд ОМОНа с собаками обследовал место, но масштабная операция оказалась излишней. Виновник суматохи – черный полиэтиленовый пакет – оказался обычным мусором, залетевшим под внедорожник соседней свалки. Внешне сверток действительно походил на бомбу, вот только устройство было начинено обычным воздухом.